Рынок Форекс в России ждут реформы. Законодательное регулирование этого сектора уже сейчас рассматривается в Госдуме и может быть принято уже в скором времени. На практике сейчас уже в Государственной Думе есть, насколько я понимаю, прошел первое чтение закон, который будет касаться регулирования рынка Форекс в России. Но путь еще не закончен, и мы ждем и второго чтения. Поэтому говорить более конкретно о том, когда это будет принято, хотелось бы, чтобы это было принято в 2014 году. Сегодня крупнейший форекс-брокер России Альпари впервые открыто рассказал об итогах прошлого года. Так, компания увеличила торговый оборот в России СНГ на 57%, доход на миллион долларов оборота составил почти 67 долларов, а количество транзакций увеличилось более чем в полтора раза.